Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана и снимаю для вас сегодня свой новый мукбанг. У меня сегодня домашняя еда. Мамочка мне приготовила тефтели, пюрешка, тут овощи. Буду пить, значит, березовый сок вот такой вот. Помню, когда там, ну, в детстве, по-моему, это был прям такой, знаете, напиток number one. Купил стакан, кстати, такой, знаете, необычный. Так, тут у меня немного кетчуп. Давайте, знаете, куда-нибудь сюда. Сюда немножечко. Так, ну что, в прошлом видео я снимал роллы. Судя по комментариям, вам понравились. Так, у меня тут сколько? Ой, бай, у меня тут 6, 9, что ли? Ой, 7, 7. Считался, разучился читать. Так, пюрешка. Сверху укроп посыпали. Хлеб. Сюда положу. Так, давайте попробуем тефтельку. Вот это вкуснота. Что значит домашняя еда? Роллы, мол, это все понятно. Вот еда, вот. Мамочке огромное спасибо сказал за эту вкусноту. Вроде себя вижу, но тут отсвечивает. Ой, ё-моё. На хлеб пролил, ё-моё. Спокойно не могу есть. Что-то пролью обязательно. У нас сегодня в Семске холодно. У нас, кстати, пришла осень уже. Хожу в теплой куртке. Уже все, осень, короче, пришла. Овощи. Мне кто-то спрашивал в комментариях, почему вы часто кушаете помидоры и огурцы? Ну, потому что это самые такие популярные овощи же. То, что каждый, в принципе, многие на огороде садят. Вот когда в частном доме жили, у нас огурцы садили родители, помидоры, клубника, редиска, морковка, вот такой вот. Ну и картошка, конечно. Картошку люблю в любом виде, жареная, толченку, фри, обожаю. Вчера посмотрел, в общем, фильм. Вы знаете, что я люблю смотреть фильмы. Вчера посмотрел фильм, называется «Фобия». Так, пойдет, конечно, посмотреть. Конечно, не вау, но посмотреть пойдет.
И, кстати, вот я задался вопросом. А какие у меня есть фобии, какие у меня есть страхи? В принципе, сказать, что я боюсь высоты, я не могу. Я высоту не боюсь, в принципе. То, что я боюсь воды, в принципе, воды я не боюсь. Да, я плавать не умею, и, понятное дело, там я далеко заплывать не буду. Да и не могу, в принципе, страшно, да? Вот. Какие еще есть фобии? Фобии закрытого пространства, клаустрофобии тоже, в принципе, нету. Собаки тоже не боюсь. Кто-то мне написал там в комментах, типа, Мадьяр, научись кушать палочками. Ну я не хочу, зачем мне учиться кушать палочками? Кому надо, те пусть учатся. Как будто я роллы каждый день ем. Очень вкусно. А до этого я смотрел фильм, называется «Таинственная река». Ну, фильм, конечно, тяжелый, если у вас там слабая психика или вы впечатлительные люди, лучше не смотреть. Такой, да, сложноватый фильм. Ну, интересно. Там снимается мужик, который снимался в фильме «Побег из Шоушенка». Его почему-то редко снимают и снимали. Хотя он классно уже играет. В «Побег из Шоушенка» даже считается один из самых лучших фильмов вообще за всю историю. Хлеб, блин, соком пролил. Какие тефтельки. Сегодня я тему для вас не готовил. Но в следующий раз я обязательно подготовлю. Сегодня мне охота просто наслаждаться едой вашей компании. Вообще, огурцы, в принципе, люблю. Так, пойдет. Огурцы.
Но больше всего мне нравятся эти разные салаты из помидоров, типа из баклажанов, знаете, типа зимой уже делают на зиму. Сегодня у нас среда. О, солнце вышло. Мне пару человек пишут, когда я фильмы рекомендую. А в Инстаграме пишут, типа, вот вы рекомендуете, мы эти фильмы смотрим. Реально очень приятно, когда так пишут, потому что, ну, что типа не зря советую. Вкусно. Это я помню, когда мы подростками были, вот этот напиток был такой популярный. У Макси чай был такой популярный чай. Ну, холодный. Ну, кола, в принципе, была всегда. Просто какое-то время говорили, что это очень вредно. В принципе, до этого тоже знали. Вот. Не так особенно было. Эта тема популярная. Вкусно все. Помидорки такие маленькие. Вкусно. Я вам еще раз говорю спасибо за ваши лайки, за ваши комменты, за вашу поддержку. Безумно приятно вот это все читать. А, на меня люди типа пишут, почему вы закрыли подписки. Ну, я скоро открою, потом расскажу, почему закрыл. Ой, извиняюсь. Все так было вкусно прям. Я аж удовольствие получил. Что-то съел быстро. 13 секунд. 13 минут. 13 секунд. 13 минут. Ну что, сегодня мы с вами мало говорили, но много ели. В следующий раз какую-то тему подготовлю и обязательно с вами поделюсь. А вы в комментах пишите, что можно на следующие мукбанги поесть. Все, спасибо за внимание. До следующих встреч. Пока-пока.